отвергает меня. Послушайте, Настенька, я пойду к нему от вашего имени. Спрошу его обо всем. Десятиклассница Ульяна Звездина играет на сцене главную героиню повести Федора Михайловича Достоевского «Белые ночи». Юная актриса признается, что среди всех произведений великого русского писателя это ее любимое. Настенька понравилась сразу же. Она, хоть она и хрупкая, такая ранимая, но она очень похожа на меня, поэтому в какой-то степени играть мне было ее легко, и частично я с ней, возможно, согласна. В честь 200-летия со дня рождения Федора Михайловича Достоевского в гимназии номер 4 состоялся спектакль по мотивам произведений писателя. Их воскресила любовь, так назвали постановку. В трех сыгранных отрывках школьники попытались раскрыть тему отношений между мужчиной и женщиной. Это художественная идея у нас была Вера Леонидовна Ремезова. Это педагог литературы, которая ведет в 10 классе литературу. И сначала все ребята, которые участвовали сегодня в постановке, она с ними общалась. Она им рассказывала, потому что понять вообще Достоевского – это очень сложно в принципе в школе. Поэтому был проработан материал с точки зрения педагога литературы. Зрители остались под большим впечатлением от игры десятиклассника Алексея Никитина. Он исполнил роль Родиона Раскольникова в моменте, когда тот признается Соне Мармеладовой о совершенном преступлении. Юному актеру удалось погрузиться в тяжелую психологическую атмосферу и передать образ и характер героя. У меня очень противоречивые мысли, отношения к этому герою. Все-таки все действия, которые он совершает в книге, они не заслуживают какого-то оправдания. Но все же с чувственной точки зрения у Раскольникова есть некоторые чувственные начала, эмоции, которые можно развить и показать в таком представлении. Судя по реакции зрителей, можно смело сказать, что премьера удалась. В следующий раз школьники покажут спектакль уже в Лобне на фестивале «Русская классика».